Ну чё, ребятки, давайте-ка поднимем в этом казино свое состояние. Играю на 50 крышек. Сдавай. Давай еще. Думаю, достаточно. Вы проиграли 50 крышек, черт! Хорошо, я понял. Бывает. Давай. Увеличим ставку до сотни. Сдавай. 7. А еще карту. Да твою мать. Ну давай. Хорошо. Пустим. Хер с ним. Давай. 22. Мне достаточно. А, нет, ровно 21, чё ты? Сдавай. Я не помню уже просто обозначение. По-моему, это... 18 получается. Ну, я думаю, ну давай еще карту, ладно. Достаточно. Вы проиграли 50 крышек, черт. Ладно, сдавай. 11. 17. Ну хорошо, еще карту. Твою мать. Вы проиграли все к херам. До свидания. О, черт, я все просрал. Я все просрал. Ладно, welcome to Gamora. How can I... Пошли в автоматы поменять крышки на фишки. Давай. Все, больше нет. Так, что тут у меня еще? Остались у меня еще крышки. Да, давай. Here... Все, последние деньги. Have... удачи у меня. Удачи, в принципе, на шестерку. Ну, давайте попробуем. Давай. Ставка 1. Нет, увеличить ставку. На пятерку будем играть. Хорошо. 10, давай. Вы проиграли 10 фишек. Офигенно. Давай еще. Ладно. Опять проиграл. Ну давайте еще поднимем. Вы проиграли 25 фишек, черт. Ладно. Давай. Твою мать. Ладно. Твою мать! Все проиграю сейчас. Просто все. Класс. Ну и давайте последние деньги уже просадим. Все, я все проиграл. Именно. 120 фишек. Вы все просрали, я вас поздравляю, товарищ игрок. Так, а какие тут у нас еще развлечения есть? Did you notice strips all stirred up lately? Да подожди, да. Welcome to Gamora. How can I help? А, давай, деньги НКМ. How many... А мне нет. Is it... Тогда на... How many... Динарий Легиона.
80. Пошлите еще что-то проиграем. Я человек азартный, мне нужно. Так. Давай. Ставлю на черное. Сделать став. Ну я знаю. Давай на пятерик. В любом случае. Ставка сделана. Красная. Поздравляю. Так. Сделать ставку. На пятерик. И сюда еще сделаем ставку. Тоже где-то так же. А ну интересно, вот первую четверть, я думаю, я попаду. Где-то на десяточку. Ставки сделаны. Так, 21, нет, 28 черный. Первую ставку просрал. Короче, великолепно. От 19 до 36 в любом случае. На пятерку, да? Ну и вперед. Двадцать. Удачи. Вы выиграли две фишки. Офигенно. Так, ну давайте-ка на вторую четверть поставим. Или даже... не, пожалуй, на красный. Поехали. Так, 14 красная. Великолепно, на самом деле. Так. Хорошо. Сделать ставку. Так, ну и... на черное. Или даже... давайте на черный. Зеро. Офигенно. Так, хорошо. Опять же ставим. Давайте на третью поставим. Десяточку. Даже 15. Да? На черный. Поехали. 5 красных. 5. Нет, полностью проиграл. Херово. На самом деле херово. Так, ну давайте-ка. Вторую четверть, да. Черный попадает. Так. И тут на первый. Два. Да? Ух. Давай, чё. Пятнадцать черных. Проиграл 4 фишки. Офигеть. В принципе, чё? Великолепно.
десяточку, ставки сделаны. Красная, блядь. Присвои. Хорошо. 23 красная. Ох. Ну, видите, публика кричит, давайте. Давайте поставим что-то около 25 вперед. Я уверен, что я проиграю, но тем не менее. 33. Черная. Я вас поздравляю, вы просрали все, что могли. Так, ну блин. Зеро ставить это самоубийство. Ладно, давайте-ка втулим тут. Легкую такую ставочку проверим. 9. Выбрали одну фишку. Хорошо. Сделать ставку. Пожалуй, мне немножко поднимет. До 30, да? Вперед. От 19 до 36. Что там? Твою мать! Твою мать! Ладно. Еще раз. Ладно. Делаем тогда ставку 10 и на 1 до 18 тоже в районе, да? Поехали. Что там? Девяточка. 14 фишек выбрал, но промахнулся, да? Как вам сказать, на рулетке я еще, видите, более-менее держусь, но вообще по итогам я просрал 315 крышек. Это были, по идее, последние деньги. Так, ладно. Рулетка. Рулетка еще как-то более-менее держит. I got kicked out of Ultra Lux the other day. Man, that place gives me the fucking freaks. Я не знаю. Ну давай сыграем в Blackjack еще разочек. Давай. Сдавай, короче. 19. Еще одну карту. Мы проиграли одну фишку. Великолепно. Так, хорошо. Увеличить ставку до 5. Сдавай. Вы выиграли великолепно. Сдавай. Еще карту. Вы проиграли 5 фишек. Сдавай. 7 туз. Еще. Достаточно. Опять же, черт. Ладно. Увеличить ставку до 8. Давай. Так. Давай еще. Твою мать. Ну. Ну, выиграл, хорошо, повезло. Что-то я. Или либо я забыл обозначение карт, либо я просто давно не играл в Blackjack. Сдавай. Еще. Нормально. Сдавай. Нормально.
давай. А, еще. Так, 11, по-моему. То ли 11, то ли 15, то ли 12. Черт, хер поймешь. Не помню. Давай еще карту. Ой, блядь, перебор, по-моему. Нет, все, все в порядке. Так, сдавай. А, 17, еще. 17 плюс 11. Твою мать, перебор, да? Нет. Я явно что-то забыл. А, так, сдавай. Еще. Вы проиграли. Да. Сдавай. Еще. Я думаю, достаточно этого будет. А, нет. Не хватило. Сдавай, ладно. Еще. Ну, как тебе сказать? Давай, хорошо, еще играем. 19, да? Если я не верю, что выпадет тройка, поэтому... Ах, блин. Сдавай. Ну и что из этого у нас получается? Давай еще карту. 20. Хорошо живем. Сдавай. Это сколько? Это получается... Это получается вровень, по-моему. Да, это 21. Сдавай. Я чувствую, тут я могу отыграть. Ой, блядь, отыграл. Ладно, давай. 16. Еще. Ебать, он себе там набрал. Сдавай. Еще. Достаточно. Проиграли. Давай. Туз 9. Еще. Хорошо. Перебор набрал себе, чувак. Точнее, не чувак, а компьютер. 12, хорошо. Сдавай. Я не помню, сколько король весит, но, по-моему, твой ставку будет лучше. Вы проиграли 16 фишек, бля. Ладно. Давай, сдавай. 18. Думаю, достаточно. Хорошо. Сдавай. Одиннадцать. Ну давай еще. Достаточно. Блядь. Скотина. Сдавай. Че уж там. Сдавай еще. 18. Давай, ебать, еще одну. Ой-ой-ой, 21. Сдавай. 10, еще. Достаточно. Да ёб твою мать. Хорошо, прошу прощения, микрофон зацепил. Сдавай, чё уж там. Еще одну, пожалуйста, пофарти. При своей, бля. Ладно. Давай. 9. Еще. Нормально. 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 Удачи. Конечно. Ч
черт, надо бы еще поднять, я вам скажу. До 25. Ой, блядь, сейчас буду проебывать. Пизда, просто как. Давайте до 15. Сдавай. 10. Сука. Ну. При своих. Но тут мне повезло, допустим, сдавай. Нам достаточно вполне. Но. Ебать. Но. 11. Хорошо. Я не помню, сколько дамы весят. Просто пиздец. Достаточно, я думаю. Да, скорее всего. Так, сдавай. 20. Ой-ой-ой. Вряд ли он это переплюнет, так что я согласен, достаточно 20. Выиграл 15. Хорошо. Давай. 10 и, наверное, 12. Это 22. Но у меня перебор, походу. Я не помню обозначение карты, к сожалению. Ну давай. Великолепно. Сдавай. Так. И. 5-6. Что-то я втыкаю. Еще. Блять. Не, все нормально. Что-то я очкую, когда мне дама на руки приходит. А ну-ка, сдавай. Туз король. Офигеть. Все, достаточно. Офигеть, вы видите, я выиграю раз за разом. Сдавай. 17. Ну, блядь, наверное, не повезет. Сучка. Ладно. Вы проиграли 15 фишек. Твою. Ничего страшного. Это 10, да, и 21. Нормально, нормально. 9, еще одну. Достаточно. 15 фишек выиграл. Давай. Так, это 11. Еще. Хорошо. Сдавай. Так это ж можно подфармить хорошо, баблишко-то. Я просто смотрю, так все прекрасно получается. Давай еще одну. Достаточно. О, набрал себе там, чувак. Полную гору. 9. Не помню. Честно, не помню. По-моему, этого хватит. Да. Хорошо. Сдавай. Ага, 5, 6, 11 еще карта. Ладно. Ну не знаю, просто боюсь. Скорее всего проиграю. Но... Да, проиграю. Ну, просто. Не фарт. Вот, тут достаточно. Так, сдавай. 6, 5, опять же, 11 еще. Хорошо. Хорошо. Сдавай. Проиграл, бля. Казино, отдавай мои деньги. Я не уверен. Хорошо. Давай еще. 5, 6, опять же 11. Ой-ой-ой, 20. Достаточно? Хорошо, сдавай. 10.
еще 17, еще. Ох, блять. Вот это мне на руки-то пришло везение, да? Давай. 8, еще. Еще. Ну давай. Блин, не, ну, ну, не повезло, согласен. Все, этого хватит. Да. Хорошо. Давай. 4. 11. Ой, блядь, перебор. Нет. Бровень. Что-то я очкую. Реально очкую. 11. Yes. Yes. 18. Ох, сейчас абы просто подфартило. Давай. За ебцом. Просто. Как надо. Сдавай. Какой же я нуб, ё-моё. Надо посмотреть определение карты. Не уверен, честно. При своих. Хорошо. Так, 7, 7. Это 14 и 11. То есть 21 у меня на нубах было, получается. Я понял. Есть. То есть, смотрите, я уже в плюсе, между прочим. Давай. Так, это 12. Своих. Перебор. Давай. 19. Не уверен. Хорошо. Бля, так реально можно нафармить. Так, сдавай. О, достаточно. Так, сдавай. Еще. Так, стоп, что-то я не посчитал. 6, 11, еще одну. Ой, блядь. Вы видели, как пришло вообще? Кровень. Сдавай. Достаточно. Ну набрал. Ой, набрал, чувак. А ну сдавай. Не помню. Мы проиграли 15 фишек, да дай насрать. Давай. 10. Не помню. Хорошо. Сдавай. Блин. Чё ж король-то сколько он весит? Там 21 получилось. Но... Сдавай. Блин. Не знаю. 10. Ой, блядь, 21 на руки. Класс. Да. 500 фишек, уже 500 крышек, но... Сдавай. 21. Сдавай. Опять же 21. Офигеть. 6, 7, 8, 9, это 10 получается, да? Хватит. При своих. Давай еще. 20. Достаточно. Опять же при своих. Сдавай. Достаточно. Перебор у него. Так, сдавай. Это 18. Не уверен, но давайте попробуем. Да вы шо? Давай. Так. 6 и
4, это у нас получается 10. Плюс 11, 21. Сука. Чё ж мне такой... Какой приход-то хороший испортил, а? Скотина. 13. Ой, блядь. Хорошо игра идёт. Честно говоря, очень хорошо. 21. Свидание. А, сдавай. 12 еще. Блин, нормально. 20. Сдавай. 5 и 4, 10 еще. 12 еще. Блин. А, стоп, все же верно. Ё-моё, давай еще. Мало, по-моему, мало. Ну, теперь достаточно. Блин, так свой. Не пошло, да? Давай. 11. Еее. Круче. Так, давай. Так. 9. Еще. О, супер. Айо, проиграл. Бля. Так, ладно. Это 11. Хорошо. Давай. Достаточно. Проиграли 15 фишек. Ладно. 7. О, супер, супер. Проиграл? А, у него 21, бля. Что ж ты, козел такой? Еще. Блин, надо две ставки отыграть. Давай еще. Хорошо. Ой, ровно 21. И у него 21, блин. Да шо ж такое, шо ж. Блин, у меня 20 пришло. Хорошо. Это 12. О. Супер. Просто супер. Два короля. Сейчас посмотрим. Выиграл. Хорошо. Не помню. Достаточно. Хорошо. Давай сделаем ставку. Так, это 6, 8. Ой, блять, хватит. При своих. Вровень выбили. Давай, сдавай. 13. Офигенно. Сдавай. Ну, тут ладно, тут согласен, на не фарцы. 17, да? Так, ну, хорошо. Так, это 11 и 8, это 19. Ну, не верю, конечно, но, блядь, в любом случае, давайте проверим. Вы выиграли 15 фишек. Так, ну, давайте последнюю партию, а то я уже что-то заигрался. Я продолжу фармить, конечно, но, блин, вы видите, как игра идет-то, блин, все как. Масть. Давай. Ну, ебать, удача вам улыбается. Сам Бог велел. Так. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. В следующей серии... Я не знаю, что мы будем делать в следующей серии. Но я чувствую от того, сколько я тут бабла нафармлю.
так и начнется следующая серия. Всем спасибо за просмотр еще раз. Всем пока. До новых видео.